Гомельская ЦЭС-2 – одна из самых молодых станций в Беларуси. Первый энергоблок тут увели в эксплуатацию в 1986 году, причем дотерминово. Необходимо было худко компенсовать недохоп энергии, который утворился после аварии на ЧАЭС. Сегодня на ЦЭС-2, которая является филиалом республиканского унитарного предприятия «Гомель-Энерго», отримливают половину электрической энергии, что выпрацовывается в регионе. И треть тепловой. При этом тут постоянно ведется модернизация вытворчести, что позволяет сделать технологичный процесс больше рентабельным. Замену выключателей в этих распределительных устройствах, маломасляных, на современные выключатели вакуумные, которые не содержат трансформаторного масла, являются пожарно-безопасными. Также определенная долговечность более высокая у них, ресурс высокий и меньше затрат на их техническое обслуживание. Только в этом году на ЦЭС-2 сэкономили амаль 26 тысяч тонн умовного палива. Для прикладу, коли разместить его у стандартных цистернах, то состав растягнется больше, как на 5 километров. Одночасово с экономией ресурсов значная увага на станции надается экологичной складающей. Наша станция одна из первых внедрила в городе Гомеле систему непрерывного контроля выбросов в атмосферу. И в режиме онлайн эти все выбросы контролируются непрерывно на компьютере, и мы следим за режимом своего оборудования. И расчет уже идет экологического налога по этой системе, то есть она является коммерческой. Главная задача ЦЭС-2 – обеспечение Гомеля теплой энергией. 75% тепла, что отримливает областный центр, выпрацовывается именно тут. При этом иснующие могутности позволяют эффективно выполнять эту задачу при любых отмовных температурах поветра. А проще того, тут сапраўды профессийные кадры. Правда, худко сделать карьеру на ЦЭС не отрывается. Навод выпускники ВНУ начинают с рабочих специальностей. Такий шлях у свой час прошли практически все сучасные керовники предприемства. До речи, такий показчик, как текучесть кадров на станции не превышает 0,04%. Основной поставщик – это сухого. Подготовка на уровне. Но единственное, у нас нет возможности их поставить сразу на какие-то инженерные должности, либо мастером, либо инженером и так далее. Они проходят ступеньки, начиная с электромонтера, электрослесаря, либо машиниста-обходчика турбинного, либо котельного оборудования с последующим ростом. Но вот эти кадры – это именно эксплуатация. Им надо высшее образование. Завтрашние они будут реально и специалистами на уровне цеха, но и специалистами высшего уровня. Если у нас взять и практически начиная от директора, заканчивая начальниками отделами цехов, это выходцы с эксплуатации. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».